Коли кажуть йога, зазвичай розуміють незвичні вправи на розтягнення м'язів. Але в Індії це справжня філософія досягнення духовної досконалості. Перша її ступінь – фізичне здоров'я та гармонія тіла. Цим опікується відома всім хатха-йога. Перші згадки про йогу датуються 3000 років до нашої ери, але ця система не втрачає актуальності і зараз. Йога дуже допомагає роботі желудка, вона ускоряє всі процеси обміну веществ. Укріпляється тіло, розвиваєтесь не тільки фізично, але ще й духовно. Серед духовних принципів йоги – стриманість в їжі, повага до природи та спокій. Але Миколаїв не Індія. Виявилось, що знайти практикуючих йогів непросто. Я займаюся танцями всю життя, йогу ніколи не пробувала. Йогою? Йога – ні. Не знаю, не займався. Да, ніколи не увлекаємося таким. Не знаєте упражнення? Ні, да? Вообще. Ну, как думаете, для каких вообще людей она больше вот подходит, может, йога? Ну, насколько знаю, что это для успокоения, может, какого-то для баланса, там, некоторые люди там занимаются, чтобы успокоить свои нервы. Пошуки тривали и далі, и нарешті ми знайшли йога. Я занимался йогой на гамаках, мне очень понравилось, там получилась хорошая растяжка, теперь мне даже удобнее кататься на скейте и делать трюки. Що ж, в цей день йогів було мало, тому розкажу про свій власний досвід. Я несколько лет уже занимаюсь, и даже когда запускаю, начинаю плохо себя чувствовать, мой спасательный круг – это йога. Ось так, долучайтеся. Отож, що рятує Ольгу Храпенко, вже дізналися сюжету, а далі поговоримо про йогу для чайників. Я навіть так можу сказати. В нашій студії ранкова гостя, інструктор з йоги Лариса Фомченко. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, йога, як відьом, у народа восприятие разне, кожен по-своєму трактує, но все же хотілося б сьогодні розібратися, що, к чому і як. Но почнемо, мабуть, з того, що сьогодні буде мероприятие в місті Миколаїв, яке посвящено йогі і всім практикуючим йогам. Ви будете рассказывать о том, что это, как это для населения, где это будет происходить, ну и, конечно же, что за цель мероприятия. Это речь идет о первом из мероприятий такого долгосрочного проекта «Йога-телеграф». И небольшое будет сегодня такое, ну, мы как бы подключаемся к международному, к празднованию Международного дня йоги. Ну и, естественно, сегодня такой день, который, ну, как бы активизирует все энергетические центры Земли. И нам с вами досталось такое счастье родиться вместе и жить, которое очень сильно энергетически. Вот. И в 11:30 мы сегодня встречаемся на пересечении улиц Садовая и Адмиральская. Ой, Садовая и Никольская. И там будем приветствовать солнце. Вот. И также много открытых занятий будет проходить в течение дня в фитнес-клубе Gym Style. Вот. Ну и, насколько я знаю, очень много студий, клубов, которые практикуют йогу, будут сегодня приветствовать солнце, потому что сегодня день солнцестояния. Кстати, сделаю небольшой анонс для наших николаевцев. У вас есть сегодня возможность пойти по вот этим центрам йоги. Сегодня открытое мероприятие для вас, поэтому можете попробовать, что же оно такое. Возможно, вас тоже затянет. Все-таки от анонса, напоминаю еще раз, в 11:30 у вас есть возможность на спортплощадке прийти, узнать, что же это такое. Хотелось бы перейти все-таки к йоге и поговорить, что же оно такое. И те, кто знают о йоге только какие-то позы, возможно, лотоса, и то, что это для успокоения, как мы видели, да, с этого сюжета. Что это на самом деле такое и требует ли определенного изменения рациона, времени и графика в жизни? Что это и как это? Изменения будут происходить, если вы начинаете практиковать, это как побочный эффект, да? То есть, да, известно, что это некие позы, то есть асаны, и мы козать когороду, да, и если посмотреть внимательно на танец, боевой танец казаков гапак, он полностью состоит из йога-асан.
Вот. То есть наша задача, в принципе, ну вот и задача фестиваля, о котором я говорила, донести, да, увидеть часть, как бы вторую часть легенды, да, которую мы переживаем. То есть йога требует прежде всего желания и ответственности, принятия ответственности за свое здоровье, свое благополучие, свое счастье. Как часто нужно заниматься йогой? Какая должна быть регулярность? Регулярность может быть один раз в месяц, но каждый месяц. Даже так. То есть система все-таки должна сохраняться. Если мы говорим о питании, его тоже нужно как-то рацион свой изменять? Изменения будут происходить в процессе обязательно. Но, и что это за изменения? Но начинать нужно все-таки, действительно, йога – это такое знание, которое объединяет физическое и духовное. И мы забыли о том, что пищу, прежде чем употреблять, нужно благословить, да? Вот это самое главное, то есть в Бхагавад-гите говорится о том, что пища йогина должна быть вкусной, обильной, и нет, ни в коем случае не голод, но и не переедание, и милый сердце. Так то что есть вот нужно такие, слушать, да? прежде всего, свое сердце. То есть, и в принципе практики, все знания йоги – это ответственность и слышать себя, быть собой. Потому что на уровне ДНК, на уровне 12 нитей ДНК у каждого человека записано, то есть есть такое понятие «индивидуальные хроники Акаши», там записано все. И здоровье полноценное, отпечатки пальцев каждого человека разные. Если мы говорим о йоге, вот услышали такое мнение, что помогает нормализовать состояние тела и, соответственно, нормализовать работу того или иного органа. Понятно, когда мы балансируем психологическое и физическое, все нормализуется. Но все-таки, когда могут йогу приписать как один из элементов выздоравливания? При каких болезнях и к чему она способствует? В любом случае, если есть индивидуальное намерение на выздоровление. То есть достаточно одного намерения, и все начинает работать. Потому что йога есть... Вот Айенгар, великий учитель нашего времени, он сформулировал понятие йога как наука, прагматичная наука о благополучии человека в целом. В целом есть исцеление, да, то есть принятие себя, принятие своего самочувствия. Ну, а йога-асаны, вот в частности, да, те же элементы, из которых состоит и боевой танец гопак, и многие другие, кстати, казачьи, ну, такие ритуальные действия, это как некие коды. Да, для того, чтобы, почему нужна там статика, да, вот выдержка, соединение внимания с дыханием, ощущения, для того, чтобы вот через эти коды пробудить как раз клеточную память, в которой, повторяю, записано все внутри. Мы все внутри знаем и о своем счастье, и о своем предназначении, и о своем здоровье. Если говорить о йоге в Николаеве, насколько это популярно и среди кого? Больше мужчин или женщин? И можно ли на йогу, например, привести своего ребенка? И стоит ли? С какого возраста вообще рекомендуете начинать? Вы знаете, дети, в принципе, йоги изначально. Да, мы все помним. Ну, я не знаю, я, например, я сама в детстве, вот мы с братом там любили стоять на голове, да, выполняли еще какие-то, хотя мы не знали, что это йога. То есть увлечение началось еще тогда. Да, 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 видимо, все-таки какое-то, да, воспоминание. В подростковом возрасте наши дети сейчас очень сильно загружены, да, школьные, информационно, физически, много сидячей работы. То есть сидение, да, вот, поэтому, ну, лет с 10 я бы рекомендовала, не раньше, хотя бывают разные случаи, то есть все очень индивидуально, здесь нет, йога, она
освобождает от ограничений, да, поэтому ограничивать чем-то я бы не стала. Будет весьма обратный процесс. Опыт показывает, да, по поводу практикующих в Николаеве, ну, может быть, потому что я женщина, все-таки больше женщин, да, вот я как преподаватель. Но хочу сказать, что традиция эта очень сильная в нашем городе. У нас очень много мастеров, очень много хороших, ну, выдающихся, я бы даже сказала, инструкторов, которые самоотверженно доносят. И, ну вот, возвращаясь к фестивалю, в 2010 году фестиваль Махакубхамелы в индийском городе Харидваре, ну, так вот, официально зарегистрированных паломников было 5,5 миллионов, и среди них вот мы встретили только николаевских 8 человек. Вот так. Так что, как видим, друзья, у вас есть все шансы получить все знания от настоящих мастеров. Так что присоединяйтесь, если давно мечтали заняться йогой. Вам спасибо большое, еще раз с профессиональным праздником.